Привет, мой друг, как твои дела? С тобой Дава. И сегодня у нас будет довольно-таки долгий выпуск, и вознаграждением за то, что ты посмотришь выпуск от начала до конца, будет розыгрыш кое-чего интересного. Конечно же, при условии, если тебе повезет. Обзорчик у нас сегодня будет на кальяны от компании Avion. Я делал обзор на их кальяны, это Avion Smart Mini, то есть Smart Air вроде у меня был. И это из премиум-сегмента. Кальян на самом деле был даже лучше, чем Мэтт Пир. И это не скрываю, я говорю как есть. Начиная от полировки, заканчивая упаковкой и всем-всем-всем. И тут-то ко мне подтягиваются просто куча коробочек. И вот это сегодня мы попробуем разобрать. Попробуем понять. Также поговорим. И, конечно же, кое-что с вами разыграем. Ну ладненько, давайте потихонечку начнем с данной модели. Это у нас Stick RS. Как вы примерно понимаете, это у нас, как вам сказать, чуть-чуть прям вот кайфуха. Прям вот кайфчики. А компания Avion сделала палки. Как ни странно, это палки. Они... Как это охуенно выглядит. Как это сочно. Вы просто посмотрите на эту красоту. Это у нас модель Stick RS. У нее здесь есть магнитики, значит, очень здорово. Все наполировано, все прям выдрочено. Ни к чему не доебешься. Все идеально. Идеален диффузор, идеален коннектор. Вот это все-все-все. Это у нас такая модель. А, палка полностью из нержи, охуенно наполированная. Это Stick RS. Мы его попозже распакуем и уже покажем в полном сборе. Идем дальше. У нас есть Stick R Mini. Да, как бы есть R, есть RS, есть Mini. И есть типа не мини, а еще есть M1. Да, очень сложно, да, понимаю, но, по крайней мере, легче запомнить, чем название Dark Side Shot. Они тоже уже в полном сборе, в полном комплекте. Вот так вот, собственно, у нас выглядит Mini R. Как вы видим, у него основание идет из полицеталя, пластика, инженерного пластика, там кто как это не называет. А также все нержушечка. Вот такой вот маленький, стильненький, красивенький. Собственно, все идет в комплекте. И давайте же сравним его с моделью RS. А, я их на самом деле еще не открывал. То есть мы с вами сейчас, грубо говоря, все это смотрим в том первоизданном виде. Те самые первоизданные эмоции. Как телевизор надо доставать. Ну, этот сразу видно, что он у нас идет потяжелее, покруче. И вот так вот у нас выглядит Avion Stick RS Mini. А если их вот так вот поставить, да, я их вот так вот поставлю. И мне скажут, Дава, выбирай. Ну, хотя и так эти два кальяна мои. Я, конечно же, выберу RS. Почему? Потому что, допустим, у меня хватает денег купить себе нержу полностью, хоть это и палка, но выглядит она охуенно, нежели чем R. Потому что черный полицеталь меня немного отталкивает. Но, если у тебя нету денег, грубо говоря, на RS, а есть только на R, то это не проблема вообще нихуя. Это вообще не проблема. Я вам скажу так. В 2021 году нет смысла переплачивать. То есть, если у тебя нет свободных денег, нет смысла ебаться и где-то подкапливать, где-то занимать бабки, блять, брать рассрочку, на то уже пошло, чтобы ты взял вот такой себе кальян за место такого. Они идентичны по курению. Да, здесь играет как бы эстетика, здесь играет визуал. Но этот проживет 5 лет,
и этот проживет 5 лет абсолютно одинаково. И хуй с ним, что у него полицеталь пластик, инженерный пластик, а у этого нет. Поебать! А жить они будут одинаково, абсолютно. И, возможно, пластик даже переживет, потому что вот эта нержуха затрется. Прям конкретно. Поэтому я вам скажу так. Если у тебя есть там 5000, и ты просто хочешь себе хороший кальян, который будет круто куриться, не еби мозги. Покупай то, что есть. Покупай хорошую палку, покупай хорошие кальяны из дешевого сегмента. Ты не ошибешься. Главное, не покупай всякую китайскую дрочь и всякую хуйню, блядь, всяких кальянных барахолок. Ну и что? Давайте посмотрим нашу новиночку бестселлера. Это у нас Avion M1. Как я понимаю, это... прям полнейший low price, это прям супер дешево. За супер дешево ты получишь охуенный кальян. Вот про что я, собственно, и пытаюсь вам рассказать. Ты его вот так вот открываешь, достаешь, и у тебя перед глазами появляется вот это. Ты такой на него смотришь и не можешь понять, а в чем разница между стиком R, да, не RS, а R, и M1. Я тебе объясню, смотри, давай разбираться. Чтобы вы понимали, по качеству они одинаковые, по долговечности они одинаковые, по охуевшести курению авионы одинаковые. Но это как комплектация автомобиля, накидать допов для какой-то более... комфортности, либо более приятного визуала и эстетики. Здесь у нас клапан из нержи на магнитиках, здесь у нас полицеталь. Здесь есть диффузор и есть насечка на шахте, здесь ее нет, здесь просто трубочка. Все. Но при этом цена очень различимая. И если я приду в магазин, и у меня будут... стоять вот так вот три модели авиона, и я понимаю, что у меня есть возможность купить М1 сейчас, нежели чем сейчас позвонить другу и занять у него, допустим, полторашку и купить стик R. Либо еще подождать 2 дня, пока мне там упадет стипендия, где-то мне там помогут родаки, и я куплю себе стик RS. Я не думаю, заберу вот это. Потому что я пришел... в магазин за тем, на чем я буду курить, а не чем я буду любоваться. На то уже пошло, я просто обращусь к ребятам из компании Marawood, которые делают накладочки любые, и закажу себе, блядь, хоть какую накладку из дерева, акрила, либо вот этой смолы, и я буду просто кайфовать. Поэтому не усложняйте себе жизнь, но компания Avion меня на самом деле удивила вот этим вот кальяном. Это... просто нечто. У меня есть деньги. И если я приду в магазин за чем-то хорошим, но при этом недорогим, я себе возьму стик RS Mini. Он выглядит очень здорово. Его закинул в тачку и все. Давайте теперь мы потихонечку вернемся к авиону. Стик R. Это не мини. То есть, грубо говоря, да? Ух, как сколько много коробок. Вот так. Мы берем и смотрим. Есть ли у них различия? Нет. Различий у них, кроме размеров, нету. Они также одинаковые, идентичные. Да, под него нужна будет большая колба, а под этот нет. Да, этот в комплекте идет с колбой, а этот нет. В принципе, в этом разницы нет. Для чего это сделано? Для того, что есть люди, которые просто ненавидят маленькие кальяны. Это ровно такие же люди, которые не могут назвать собакой маленькую собаку. Это шавка, тявка, хуявка, пиздючка, хрючка, но никак не собака. Для этих людей собака — это то, что хоть чуть выше колена. А вот эти все мракобесящие тявкалки — это просто не собаки. Вот примерно то же самое для людей. Вот это кальян,
А, конечно, было бы круче, если он был бы еще бы больше и выше, потому что курица лучше. А вот это детская китайская хуйня. Иди ты нахуй. Понимаете, да, о чем я? Но есть люди, которые смотрят на все адекватно. Стикарас мини. Стик Р. Этот в колбе. Этот без колбы стоит, в принципе, одинаково. Пфф, куплю я мини. Похуй, пригодится. Примерно вот так вот. Курить смысла нет, я вам все расскажу. Тяга средняя, диффузор работает хорошо, отрабатывает вибрации тоже хорошо. Можно скрутить, но не вижу в этом смысла, потому что на тягу он, в принципе, большой роли не играет. На сопротивление тоже. Да, он уменьшает просто количество вибраций, количество пузырьков, но никакой регулировки тяги на диффузоре, в принципе, нету. Кальяны Авион мне очень давно нравились. Это сейчас без пиздежа, без прочей рекламы и прочей хуйни, да, как бы по факту. Вот ты сам видишь, как они выглядят, какая у них комплектация, как они упакованы и все остальное. Ладненько, теперь к самому интересному, а потом сделаем заключение. У меня есть две чашки, которые тоже от компании Авион. Они, скорее всего, делают с кем-то их по франшизе, да, там, по какому-то найму. Но при этом чашечки хорошие. Обычная глина, без выебонов и прочего. У меня есть такая чашечка и есть вот такая. Да, грубо говоря, фанул и убивашечка. Убивашечка, кстати, не ебаное ведро. Она толстостенная, она охуенная и напоминает мне старые РФки, когда они были просто охуевшие. Также мне было немного непонятно то, что компания Авион почему-то мне в коробку закинула еще некоторое количество коллаудов, абсолютно новых. Есть еще чай. Чай, конечно же, я оставил себе. Я его даже не покажу, потому что я его сейчас весь выпью. Поэтому, к чему это? Давай, мы берем М1, накидываем на него две чашки и сверху еще кидаем коллаут. Вот такой комплект ты получишь за самые обычные условия. Это условия от производителя, поэтому тебе нужно будет подписаться на Авион в Инстаграме, на директора этой компании и оставить любой комментарий под этим видео. Все ссылочки, на кого нужно будет подписаться, ты можешь увидеть, конечно же, в описании. Поэтому это кальяны Авион, и я считаю их очень охуенными. Приди в любой хукамаркет, где они продаются, и просто их пощупай вживую. Потрогай, покрути, поверти, узнай цену, и ты поймешь, насколько этот кальян охуенный. Также можешь взять любой другой по этому же ценовому сегменту кальян, и также его покрутить и сравнить. Потому что выбор делать тебе, деньги тратить тебе. А эти деньги заработаны не мной, а заработаны тобой. Поэтому все, что я говорю, остается только лишь для размышления. Ты всегда можешь выбрать другой кальян, никого не заставляю, никому ничего не рекламирую, просто показываю. Так что, ребяточки, это Stick R, это Stick RS Mini, это Stick R не Mini и это M1. Охуенные кальяны от компании Avion. Читай описание, участвуй в конкурсе, и этот кальян скоро уедет к тебе. Пока-пока.